Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, товарищи, здравствуйте, любимые друзья, здравствуйте все. Вот, юбка не просвечивает. Я так волнуюсь, потому что мы стали занятости, к сожалению, редко, к моему сожалению, редко выступать в клубах, а клубы — это особое состояние. Здесь все по-настоящему, здесь все близко, здесь все от сердца к сердцу, совсем все близко. Я так счастлива, что мы сегодня выступаем в любимейшем клубе Алексея Семеновича Козлова. Спасибо большое. Я счастлива, что сегодня мы выступаем именно этим составом, фантастическим. И прошу любить и жаловать. Петр Ившин. Барабаны. Антон Горбунов, бас-гитара. Разумительно. Юрий Терлецкий. Вы знаете, наша программа сегодня будет в большинстве своем вести. Да, для многих неожиданно на самом деле. Особенно для музыка. Да, особенно. Настя, пока. Спасибо тебе за красоту мою. Это Настя, смотри, это потрясающе совершенно. Стилист. Очень скромный, очень чудесный человек, который делает нас, девочек, красивыми. Потому что от этого зависит наше настроение. Наша программа сегодня будет в большинстве своем, для большинства, на понятном языке. Но она абсолютно не будет уходить от стиля, в котором мы служим, и в котором мы, скорее всего, так и закончим свои дни на этой земле. То есть будет очень много, конечно, через призму джаза. Джаз — это состояние. Джаз — это... Не буду читать лекцию. Лекцию читает Алексей Семенович обычно. Да. Yeah.
И все это не умещается в один концерт. На сегодня все-таки основной стезей у нас будет русский язык. Как звучит эта наша любимая музыка на русском языке? Будут и авторские произведения, будут и известные произведения, будут и народные даже. Но все это через призму той музыки, которую мы исполняем. Наша первая самая песня, которую мы себе позволили однажды вынести на суд зрителя, которого мы любим и обожаем, это была наша баллада любви. Вот с нее тоже и начнем. Баллада любви. Мысли закрыла,
смотри, сердце мое. Влюблена в Мирабова, но он еще был против. Ну, а вы не знаете ли, не правда. Я, мы так давно с ним знаем друг друга, 25. Ногти расставили, очень сложное произведение, очень. Thank you.
Спасибо большое! Ну вот теперь Айван, конечно. Айван Линс, мой любимейший Айван Линс. Тоже остров. Айван. Не, у нас остров везения. У нас, по-моему, очень хороший остров. Во всяком случае, сегодня нормально. Штурманьер. Ой, я не продумала об этом. Да, теперь буду. Нет, придется работать. Я же девочка. Thank you.
я ору, как будто на стадионе. Ужас, да. Сейчас я спою очень красивую песню. Которым у меня особая. И вообще, сегодня будет все песни, к которым я особо отношусь. Вы знаете, позавчера... Позавчера был день рождения... Нет, все я перепутала. День ухода. На самом деле, не умею я разговаривать нормально, когда дело касается таких вещей. Уже прошло очень много времени со дня ухода легендарной, потрясающей Людмилы Марковны Гурченко. И именно эта дата была позавчера. И она, именно эта женщина, открыла для меня вот этот мостик, мостик к русскому языку, к джазу на русском языке. То есть вот это все жизнь ее была в этом. Она служила этому всю свою жизнь. Понимаете, она даже в конце сняла сама как режиссер фильм об этом, с которым она, кстати, хорошую тему подняла про пианиста джазового, который заслуживает намного больше. Она всегда, кстати, ужасно переживала. Говорит, почему мы, певцы, мы всегда получаем больше, чем получает каждый музыкант, которому мы вообще, на самом деле, который выше нас по своему действительно значению в музыке, иногда выше на 10 голов. Вообще, это такая тема. Так вот, песня, которую я сейчас исполню, я ее впервые услышала на «Грустной пластинке», так назывался альбом «Грустная пластинка», которую она записала с великолепным трио Михаила Окуни. Ну, не надо объяснять, это Михаил Окуни. И что самое важное для меня, это стихи, на которые написана эта песня. Андрей Ишпай на стихи. Евгений Евтушенко, «Зашумит ли клеверный улет?» Памяти Людмилы Марковны Гурченко. Зашумит ли клеверный поле? Заскрипят ли сосны на ветру? Я замру, прислушаюсь и вспомню, что и я когда-нибудь умру. Кое-что я в жизни этой Человек.
есть порой такая тупость. Счастье смотрит пусто и легко. Горе смотрит горестно потуга. Потому словно взгляд из самолета, горе видит землю без прикрас. Счастье есть предательское что-то, горе человека не предаст. Какой смысл? Как же это? Фамилия. И каждый раз, когда я исполняю такие стихи, каждый раз я открываю для себя снова что-то новое для жизни. А у нас есть песня «Дочкин сон» называется. У нас, вас же не пугает, что у нас такое достаточно лиричное настроение? Нет? У нас, по-моему, это нормально поработать душой. А, «Дочкин сон». Да? Спасибо. Thank you.
Знали, что они здесь говорят, невозможно работать. Не выдавай, не выдавай. Не выдавай, не выдавай. Никто больше не будет приходить на концерт. Четыре раза будет. Договоримся, давайте. Все-таки, как все-таки будет? Раз, два, три, четыре, пам, па, пу, 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 пу. Как ты так? Не знаю.
Thank you.
Сейчас, да. Значит, обычно как происходит? Значит, я пишу список, выходишь к зрителю, и ты понимаешь, что этот список летит в тартар, что нужно менять срочно песни, потому что сейчас уместно именно это. Знаете, недавно в Останкино снова открыли Толстудию, в которой был знаменитый, помните, записывались, во-первых, величайшие, конечно, люди в свое время, и сейчас заново все это начало работать. Вы помните все прекрасно видеоконцерт, телевизионный концерт Владимира Семеновича Высоцкого, да, записанный как раз в Останкинской студии, по-моему, 81 год. Нет, 79-го. Извините меня, у меня всегда с цифрами все плохо. Да. 79-й, да? 79-й. И вот сейчас недавно открылась заново эта самая студия. И у меня было такое большое счастье, что меня тоже пригласили на это открытие, и мы исполнили и дали возможность попробовать свою версию на одну, вообще-то две песни Владимира Семеновича. Мы их сегодня тоже исполним. Одна совсем, очень редко ее исполняют. Владимир Семенович ее написал для Марины Влади. Называется она «На восход». Вот сейчас вашему вниманию. Я ее исполню. Thank you.
выкрасил закат, задрожал и сгорел. Которую мы знаем, да? Уникально. Вот это любовь. Это он писал специально для Марины Владимировны. Издана она была только одним тиражом на маленькой, тоненькой пластиночке. По-моему, в Кругозоре, да? Такие были. В журнале Кругозор. Да. Вы знаете, я хочу пригласить на эту сцену. Да. Делаем паузу. Кроме Мирабова. Нет, тебя не приглашать, я оставляю. Да, для всех музыкантов аплодисменты. Они сейчас вернутся скоро. Юрий Терлецкий, Антон Горбунов, Петр Левчин. Я хочу очень пригласить на эту сцену. Это только начало концерта. В чем дело. Я вообще никогда практически этого не делала, потому что я
в общем-то, достаточно, я, конечно, мила, но я очень строгий педагог. И не особо поощряю учеников выходом на сцену, в общем, не вовремя, скажем так. А сейчас мне показалось, что именно эта девушка, она настолько готова подарить всем то, что у нее накопилось сейчас уже, потому что она удивительна. Она меня даже тоже, ведь учителей тоже учат. Вот я учусь с ней, вместе с ней также учусь. Я ее очень люблю, это одна из моих самых любимых учениц, потому что она одинаково великолепно чувствует любой язык. И мы сегодня, для сегодняшнего концерта, выбрали именно песню на русском языке, именно из золотого фонда наших песен, потому что я хочу показать вам, чтобы она подарила вам, вот, показать, что ничего не исчезает, все нормально. Есть дети, есть у нас будущее, нормальными певцами, все нормально. Да. То есть это ничего, что их пока не особо показывают по телевизору и по радио. Я думаю, что век программных директоров стрёмных все-таки уже на исходе. Все-таки уже неинтересно, уже все. Я хочу пригласить на эту сцену великолепно совершенно молодую исполнительницу Александру Болдыреву. Я на вас свою фамилию говорю. Саша, вообще это Шурик. Александра Болдырева. И сейчас они играют с Мадонной. Исполнит. Ты сейчас сама одна. Да? Все. Спасибо. Я на самом деле хочу сказать, что я просто благодарна тому дню, который подарил мне встречу с Марьям, потому что этот человек изменил просто мое видение мира и видение музыки. Я стала по-другому к ней относиться, и я очень за это благодарна. Очень люблю Марьям, поэтому аплодисменты ей за то, что есть такие учителя. А мы сейчас исполним произведение, которое называется «Город влюбленных». Сразу обиды простишь, слово.
посидим, помолчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет. Посидим, помолчим, не нужны слова. Виноваты мы, а любовь права. Посидим, помолчим. Поняла, когда это началось. Это с каждым ребенком по куску мозга отваливается. Женщина все-таки. Ну, правда. Знаешь, какой-то сибирском серебряный день пьел. А где ты, когда я пью? Что я пью, когда я пью? А с кем я говорю? А ведь никого нет. Кстати, вы можете меня поздравить. У меня завтра начинаются съемки. Я теперь актриса. Чудовищно, потому что я играю негодяйку, а я играю негодяйку-армянку, я играю негодяйскую армянскую маму. Я играю ее без негодяйского армянского папы, который не прошел кастинг и теперь пьет мне кровь дома. Потому что он хороший. Правильно? Режиссер так и сказал, Грабов, ты очень добрый, невозможно. А там должен быть такой, знаете, армянский ресторатор с такими... Ужас. Фильм будет сериал на канале «Домашний». Снимает его Гузель Калиева, которая снимала, известно по «Глухарю». В общем, называется «Родительский комитет». Пока рабочее название такое. Понимаете, какая тема? Мне надо зайти в чат. Мам. Итак, знаете, перед каждой съемкой буду заходить в чат, набираться сил. Это я все ищу слова, понимаете? Я забыла, что я ищу. Мы не тебе чего. Сейчас, ребят, найду сейчас. Хоть песня какая, помнишь? Нет. Потому и еще долго. А, все, вернулась память ко мне. Вернулась. Какой ужас. Мирабов, как ты со мной живешь? Непонятно. Тебе где-то памятник должен стоять уже. Все, я нашла. С этой песней у меня действительно связано... Это было очень давно. Я еще училась в Нессинке, в колледже. И... Да. И Артынка.
Точно. Только я поступала не на Ордынку и не заканчивала какой-то ГМУДЗИ. Поступала в Гнесинский колледж, джазовое эстрадное отделение. Что было потом, одному Богу известно. Значит, и у меня было действительно такой подарок от Бога, как я прошла первый свой кастинг в жизни, это когда вернулся Николай Иванович Носков из Америки. Николай Носков и искал себе бэчик, бэк-вокал. И вот мы с Анютой Мельниченко пошли к нему, я прошла страшный кастинг, страшный. Потом еще 2 года издевательств от мастера, и наконец-то я научилась петь. Мой любимый Николай Иванович. Я желаю Николаю Ивановичу Носкову здоровья, здоровья. Я хочу, чтобы он был здоров. Вот. И когда я заступила к нему на службу, значит, ты можешь играть, ты можешь играть, ты можешь играть, а я буду уже подходить к этой теме. Великолепный композитор Анатолий Бальчик принес ему 2 роскошных романса. И один из этих романсов на стихи Бориса Пастернака. Я обязательно сегодня исполню. Зимняя ночь, свеча горит. Мило-мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела, как летом роя мошкара летит на пламя, сплетаясь хлопья со двора, как оконной рамы. Метели пила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела на озаренный потолок. Ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы крещения, и падали 2 башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал, и все терялось в снежной мгле седой и белой. На свечку дул из угла, и жар соблазна. С дымом, как ангел, 2 крыла креста разна. Мило весь месяц, февралей той тела. Свеча горела на столе, свеча горела, свеча горела на столе.
Спасибо большое. Удивительный намаз. Толя Бальчик написал. О! На сцену, под ваши овации. Поднимайтесь. Петр Ившин, Антон Горбунов, Армен Мирабов. Да. Скоро грядет. Вы меня простите, что я много говорю, но просто мы давно не виделись. Да, спасибо. Я должна все-таки делать какой-то антураж. Да. Его именно. Да. Сейчас. Да. Именно его. Дело в том, что скоро, помимо того, что я начала сниматься кино, значит, я приму участие, я хочу вас всех подготовить под это. Очень важно. Даже не знаю, с чего начать. Я приму участие в одном шоу на Первом канале, которое называется «Три аккорда». Ребята, я очень хочу принести туда культуру. И мне дали возможность это сделать. Потому что мы с моим прекрасным директором Ольгой Букаловой, которая, кстати, это судьба. Она была директором и у Оли Кормухина, с которой я дружна, и так далее. И у Николая Ивановича Носкова. Теперь я на него дружилась. Олечка. Так вот, Оля, мы с Олей так сильно бодались за репертуар. И я вас уверяю, каждая песня из моего сердца. То есть я постараюсь сделать это так, как надо. И даже на Богатяновской открылась и пивная. Я хотел сказать, что на самом деле аранжировка следующей вещи нам сделана, к сожалению или к счастью, не для шоу, и она родилась просто так, вне зависимости от телепроектов. Вот, ну, мы давно делаем джаз на русском, и вот эта вещь продолжает эту нашу задумку. Ура! Вот. Я даже ничего не буду больше говорить. Oh,
Спасибо большое. Я очень люблю петь на русском. Очень. И на английском. Double I care. Пусть он туда же. Это вызов. Да. Вчера вы сели. Да. Нашли нотки? У нас все по ноткам, все записано. Как настроение у вас? Мне просто Настя ресницы приклеила, ничего не вижу. Своих-то нет.
как и мозга, скажем, ребенка. Все, сеем. Что значит «да»? Я просто так, это игра, образом. Что значит «да»? А вас? А что мы не играем? А, все, я нашла. Можно начинать. Thank you.
Антонио Карлос. Yeah.
Спасибо, Армен Арабов, Юрий Дерлецкий, Петр Мишин, Антон Горбунов. Мы приближаемся к Коге, приближаясь. У нас сегодня совершеннейшая премьера. Это наша авторская песня тоже. Дура. Я люблю, называется. Тоже. Ну, в общем, да. Товарищи, не провоцируйте меня. Перестаньте. Я люблю, да. Вот мы специально для сегодняшнего дня ее подготовили. Готовили долго. Вот 10 минут. Мне сказали, что я написала слишком примитивно. Исполним одно произведение Владимира Семеновича Высоцкого, которое мы тоже пронесли через себя. Называется она, эта песня, называется тоже она была написана для Марины Влади, но ее больше исполняли, и вы сами знаете сколько. «Я несла свою беду», «Беда». Тоже мы готовили именно к тому, к открытию тон-студии. Ты нашел? Хорошо. Все, давай.
не мог бы всего один день, а беда на вечный срок задержалась, а беда на вечный срок задержался. Я еще хочу отдельно ваши аплодисменты снова для Александры Болдыревой, моей прекрасной ученицы, которая уже... Иди сюда, не поклони. Александра Болдырева. Ну, потому что от улицы я не пригласила тебя на общий поклон. Я хочу пригласить на эту сцену Армена Мирабова. Не сильно подолг, пройдите, пожалуйста, на сцену. Сто часов счастья. Разве этого мало?
за счастьем в погоне, на продрогшем перроне в гремящем вагоне. Целовал его, обнимал в нетопленном доме, прожила в нем, колдовала. Случалось, бывало, что из горького горя счастье свое добывало. Это зря говорится, что надо счастливо родиться. Надо только, чтоб сердце не устало над счастьем трудиться. Чтобы не было сердца. Спасибо. Счастья чистейшего, без обмана. 100 часов счастья, но разве этого мало? Сколько дней за счастье в погоне? Прожила одним, колдовала, случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое добывала. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Надо только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердца ленива, спасибо, чтоб за каждую малость оно говорило спасибо. Спасибо! Спасибо вам, дорогие!